Шундан соң президент Шавкат Мирзиёев Чирчиқ шаҳридаги Ифтихор маҳалласининг бугунги ҳолати билан танишди. Кўп қаватли уйлар орасидан қадам-ба-қадам юриб, айни вазиятни кўздан кечирди. Юрилакай маҳалла аҳли билан суҳбатлашди. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Қана, берароқ келинглар, берароқ келинглар. Бу ерда яшаб қолинглар, эй, қолинглар қочиб. Ассалому алейкум. Кайфиятларин қалай? Шароитларин? Яхши, Аллоҳ бер сабр. Аввалан барчаңизга келадиган Навруз айом байрамингиз билан сыйфатимиздан табриклаймиз, оилам номидан, халқимиз номидан. Бахтингизга ҳар доим сау бўлинг. Сохсин алдим. Какие проблемы? Келатган байрамларимиздан Аллоҳга шукр, шунчалик кўрсатганига шукр. Сизга йўл бошингиз борига шукр. Шунчалик бизни айонлар қўллаб-қувватлаган учун сизга раҳмат айтамиз. Мана чизларда кўряпмиз, айонларимиз қўллаб-қувватлайлар, тадбиркорлик ўрғатинг. Йўл очиб беринглар, шароит яратинглар. Тилар, имкониятни беринглар. Рахмат, бунақа замонда бўлмаган. Илоҳнинг бизон бўлсин, дунё турганча, турган турганча туриб. Энди авваламбар сизларни ҳам мана шу Навруз олам билан табриклайман. Бугун Тошкент вилоятимга келганим мақсадим мана бугун эртага авваламбар эртага янги ҳоким қўямиз. Умуман Тошкент вилоятини ва бугун Чирчиқ тўғрисида гапирсак, баҳоласа шу Чирчиқни мутлақо бошқача қиламиз. Қурилишларини, ичидаги йўлларини, иссиқлигини, светини, газини hamma masala maktabgacha ta'limini eng katta narsa kerak bo'lsa shu hozir elektrichkani ko'ramiz agar u ma'qul bo'lmasa Toshkent bilan Chirchiqqa yer usti metro ham quramiz sizlarga tezroq shu Toshkentga borib kelishingiz umuman hozir mana ancha hamma ko'p shu sanoatni ko'paytirib sizlarga ish joyi tashkil qilish bo'yicha bolalaringizga o'zlaringizga yoshlarimizga, ayollarimizga mana o'zingiz aytgandek. Haydamanglar. Ha, tegmanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qani kelinglar. Qani nima gaplar bor? Issiq suv, sovuq suv bormi? Bor. Bor-a? Nima muammolar bor? Atapleniya. Mana hozir atapleniyani ko'rdim. U haqiqatda atapleniya eskirgan. Hozir yangi atapleniya qilamiz. Hozir mana qozonxonalarni yangi qilamiz. Hozir mana rahbarlarga ko'p topshiriq berdim. Mana shu umuman Chirchiq shahar xudo xolasa o'zgaradi. O'zgaradi. Boshimiz yomon bo'lmaydi, o'da. Iloyim, sizlar sog'salomat bo'ling. Sog'salomat bo'ling. Rahmat. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как у вас здоровье, самочувствие? Хорошо, спасибо. Да. Настроение как? Хорошее. Хорошее. Как в Чирчиге вообще обстановка? Нравится. Нравится, спокойно, да. Все. Люди дружные. Да. Спасибо вам да. большое. Знаете, приехал, чтобы посмотреть вообще, как Чирчиг. Вообще, вы долго живете в Чирчиге? Да, уж 15 лет да. живу. Ну вообще. Вы знаете, раньше город был промышленный, развитый, хороший, ну, да. Ну, сейчас все стало, вот из-за этого мы хотим, чтобы возобновить всю эту промышленность, новые, это хорошо было. Новые предприятия, детские Правда, сады. Правда, мы уже старенькие, но... Ну, ничего, пусть нас кто-то дети видит, да. Да. Это для них же мы живем. Да, да. Это вот, было бы хорошо. Вот только из-за этого приехал, чтобы посмотреть на людей, хорошо. Поговорить, что без А проблем. Вообще здесь в Чирчике хорошо, спокойно, мне кажется, нас... Ничего не это, конечно, не сглазить бы, Дай но Бог. У нас и не, вроде бы и не болит никто, и да. ничего, и слава Богу. Слава Богу. Да, кушать есть, что хлеба хватает. Вот это самое главное. Пенсия есть. Да. Дают же пенсию тоже. Да, есть. На карточку каждое 5-е число. Ну, видите. Да. Здоровья вам. Спасибо. Я рад с вами вас видеть. Спасибо. И вам лучше. Здоровья. Спасибо большое, дай Бог. Да. До встречи. Спасибо, до свидания. Спасибо, что приехали. Спасибо. Спасибо. До свидания. Махмутов. Мам, Агас, сөзім бар сізге. Мен ана сізді 51-ші сан қарар бойынша баш вазир болып тұрған пайызыңызды ана шу алағыда донарды арқасында учаске қиылмен де. Uzunçilik, Bağdarçilik şirketi sizde buyruğunuz bilen çıkıyor. Hemen becerilmeydi. Şu yerde 35. yıl geçe imaratlar kuruladı, ittifak davranın çizilgen numara var, bir gem planda.
زرگنده محله خوشلمز بود. من شده بیتا پرابیس کمز یا و این یه تکیه بیتا یکی خانالی دانده و ریخت دارم بود. باشقا مجبور بگنمز در شده اوی خورگنمز در. نایلاجلی؟ نایلاجلی در. این در پرابیس کمز یا بیرده پلکیلی که اگه خبر خمیده خیرده بسن گوشه قبردیده. نیسان چکر؟ باختیم اوزیم از من صبرشون بازدم کنم پرپسی خریدم بیتان نرسش بزار اون من کینه لیاب بزار پرپسی که کردم بزار من قبیل دارم قبیل دارم سلام علیکم سلام مکتب اشلیم سلام مکتب اشلیم خانه سلام بدم دشلیم کیم بود اشلیم سلام سلام مکتب دیکتریوم من بگنگی کنده مکتب از نبت دگه میخنه تحتل ده بگلیک لر سبب ده بگنگی کنده وقتی چه وزیفه بجارو چه؟ دیرکتر من شریف و دانا ینگی بایم نه؟ دانا خان، هنچه مکتب ده اخوی ده؟ 1600 نفر او کچمز بار، اکی ده سمینه گه، جای لشکمز، اکی ده سمینه ده اخوی ده، بگنگی کنده Renesans foyda yuvori deyapman, ko'p masalalar. Eng katta narsa bir paytlari salgina maktabga e'tibor bermaganimizdi. Natijasi hozir bilimsizlar, mana shu mutaxassislar yaxshi bo'lmagani uchun katta-katta islohotlarimiz amalga oshirish qiyin bo'lyapti. Bolalarimizni o'qishga ham harakat qilyapti. Harakat qilishyapti. Ota-onalar, davomatlarimiz ham juda yaxshi. Ota-onalarimiz juda bu o'sha yaratilgan imkoniyatlardan juda ham foydalanib, mana o'tkazilgan yig'ilishlarimizda bolalarimiz uchun o'sha o'quv nimalarni maktabga jalb qilib bering. Oliy ta'limlarga kirsin. Bizani bolalarimiz ham mana men aytayapmanki, endi maktab kollektivi yo o'qishga kirgizib bersin, yo bitta kasb o'rgatib bersin deyapti. Albatta, mana kasb-hunar maktabimiz ham mahallamizda joylashgan. Yo'q, albatta yo bu tomonlama yo kasb tomonlama bo'lishi kerak. O'shandan keyin agar o'qishga kirsa, bitta kasb egasi bo'lib yo'lini topa oladi. Albatta. Agar kichkinagidan bir kasb egalatib bersalaringiz, baribir yo'l topa oladi. Ana shunda keyin men tinch uyda ishxonada o'tiraman. Albatta. Biz fidoiy ustozlar siz yaratgan imkoniyatlardan foydalangan holda va'da beramiz barcha pedagoglar nomidan mana 120 nafar pedagoglar jamoamizda mana shu yaratgan sharoitlarni barchasiga amal qilgan holda yoshlarni kelajagi uchun, mana shu O'zbekiston uchun mana shu yaxshi bir insonlarni tarbiyalashga va'da beramiz kelajagimiz uchun. Uning uchun barcha sharoitlarimiz yetarli. Kuni bilan charchavdim, lekin sizning gaplaringizdan keyin men charchavim qolib ketdi. Salomat bo'ling. Mana ko'rib tayyorgarlik yo'q edi yuragimizda. Hech kim maslardim. Tasavvufan uchrashib qoldim. Men pastdagi islohotlar, mana shular, muallimlar, haqiqatda buni tushunganlaring menga eng katta mukofot, eng katta menga bo'lgan mana shu bilasiz muvaffaqiyatim shu. Sog' bo'linglar. Navruz bilan tabriklayman. Kollektivingizga yig'ilas ertaga men nomimdan rahmat deysiz. Salomat bo'ling, rahmat. Metodist bo'lsangiz, rayonaning mudiriga ham rahmat deyman. Albatta. Prezident aytdi. Rahmat, salomat bo'ling, xush kelibsizlar. Rahmat. Hammaga salom deb qo'yaman. Salomat, oq yo'l, yaxshi ko'ringlar. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oy, hayrlidir. Ko'raman deyaptimmi, o'g'changizmi? Ha? Ana. Ana. Otingiz nima siz? Voy. Husanmi, Hasan Husan bo'lganmi? Fatima. Ha, Fatimami? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bayramlaringiz bilan sizga. Nimaga yig'layapsiz? O'g'lim shunaqa yaxshi ko'radi. Biz sizga karantinda xat yozganmiz. Nima menga iltimoslaringiz bor? Faqat mana shu o'g'lim orzusi sizni bir marta o'pisam bo'ldi degan. Mayli, mana rasmga tushdik. Ha? Sog' bo'linglar. Rasmini olib beraman o'zim. Katta sovg'asi bilan, xo'pmi? Sog' bo'ling. Hasanjon, xo'pmi? Kelishdikmi? Katta yigit bo'lib, yaxshi farzand bo'lib, onangizni mana shu niyatlari amalga oshib, onangizni niyatlarini har vaqt amalga oshish uchun yaxshi o'qishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'pmi? Yaxshi o'qing. Xudo xolasa men o'zim sizni nazoratga olaman. Rahmat. Qani qo'lingizni bering qani. Sherli yodlagan vaqtingiz bo'lar. Rahmat. Sog' bo'ling, mayli xo'p. Davlat rahbari iftixorga tutash Lola mahallasini ham piyoda yurib ko'zdan kechirdim. Ehtiyojmand oilalar holidan xabar oldi. Rahmat, rahmat. Kattalar sizlarga ham men tilayman. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Katta rahmat. Navruzlaringiz muborak bo'lsin. Niyatlaringiz uchun rahmat.
Zahmat. 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 Prezident 35-chi uy 45-chi xonadonda yashovchi Anifiya Bektoshova oilasida bo'ldi. А сейчас сказали, что невозможно лечить или что? Возможно, сказали. Нужно, ну, реабилитировать, заниматься, стараться. А от нас, от медицины какая-нибудь помощь нужна или нет? Ну, только реабилитация. Только реабилитация. То есть от себя зависит много? Да, от меня. Чем тебе помочь, скажи? Ну вот мы нашли тренера сейчас. Так. И... Говори. Все, я понял. Мы нашли его, короче, но... Денег нет. Да. 12 сағат деген 100 доллар олар екен, бұлге сабына тұрады не болады? Тошкенден қатынар екен. Тошкенден қатынар екен. Но он гарантирует, что он будет? Да, хороший. Узамын дырды, добавлен анде. Все, я... за сколько он, за сколько хочет, за сколько месяцев хочет? Она не ставила, вот, как бы, полгода, да, полгода, да, нет? Нет, она не ставит, ну, время не знает точно. Это не от нее зависит, а вот как мой организм. Да, воспринимает. Да. Как будет реагировать. Хорошо. Мы обязательно, я поручу, она, мы ее, а ты сможешь ей сказать, и ее фамилию нам даст? Чтобы телефон поз... даже можно дать. Давайте, давайте. Где? Россияға барып операция қылдырып келді, шынеге отырадыған болды тақат. Лекен үйралмейді. Раз вы, я вас с вами встретился, я сделаю все, чтобы мы его поставили на... Спасибо. Надо будет вот, какие-то неординарные меры, если куда-то послать за границу, может, в Германию, или, я туда это тоже сделаю. Завтра приедут специалисты. Муратан Кепкетсен. Назад Кепкетсен. Муратан. Директор института приедет. Эта женщина, мы обязательно с ней свяжемся, мы ей оплатим сколько надо, сколько. И потом, если они посоветуют, что надо реабилитацию за границей, мы тоже повезем, раз мы уже с вами познакомимся. Ну, у вас такое горе, как мне рассказали, мы знаем, что в жизни все бывает, только надо, чтобы Бог теперь уже и детей нам не поставил, чтобы вы работали, чтобы в семье было теперь уже дальше некуда, как говорится, понимаете? Чем вас, что вы устроит вас на работу? Что у вас какое? Смотрите, сейчас я не могу на работу войти, потому что он самостоятельно без не меня ходит, не сядет. Да. Не контроль, да, да? Ему плохо бывает иногда, это трясет. Я сейчас не могу выйти. Ну тогда мы возьмем на контроль, чтобы мы вам помогали. Постараюсь сделать так, чтобы... Ну, все, что все от Бога, но я постараюсь, чтобы от нас тоже что зависимо, от врачей, от нас мы постараемся тебе помочь. Ладно? Ты береги маму тоже. Чтобы у мамы другого теперь уже счастья нет, только твое здоровье, у мамы самое большое счастье. Хорошо, дорогой? Хорошо. Спасибо. Да. Я буду ее радовать. Да, я сразу. А надежды нет. Спасибо большое. Знаете? Знаете, вы держитесь. Еще жизнь, она длинная. Дай Бог, чтобы в дальнейшем тоже мы должны жить. Улыбочка. Спасибо. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо большое. Успехов вам, здоровья. Всех наилучших пожеланий. Слава Богу. Знаете, мы душой с вами. Спасибо. Особое хочется сказать спасибо за молодежь, да, спасибо. За то, что они сейчас имеют возможность, большую уже возможность, да. Приобщиться к миру искусства. Да. За пединститут спасибо. Видите, какой большой. За спортивный институт спасибо огромное. Потому что приходится с ними работать. Да, удивительные ребята, творческие, интересные, умные. Спасибо вам за политику по отношению к нам, к женщинам. Спасибо большое. Мы очень за вам благодарны за это. Понимаете, у меня в душе всегда, вот я
сам тоже же преподаватель, я тоже на селе жил долгие годы. Я это всегда горжусь, что я жил на селе и был преподавателем. Вот когда, знаете, государство сильное, когда оно уделяет внимание образованию. Можно все перетерпеть. Трудности обязательно бывают, но когда это мы... Жизнь, да, это жизнь везде. И когда мы даем внимание образованию, вот дошкольное образование мы подняли, народное образование, 10-11 классы вернули, вот высшее образование. Вы должны знать, что вот раньше Черчик какой промышленный город был. Я приехал сам, сейчас проект посмотрел. Будем строить очень много жилья. Тепло у вас будет до конца года. Очень все это старые котлы я уберу, новые поставим. Асфальт будем делать, самое главное, дороги будем ремонтировать. Спасибо большое. Я вас поздравляю с праздником Наурыз Байрамлар. Бугун манашу кеганым, моя цель моего приезда, вот, во-первых, найти точки роста, вообще Ташкентскую область мы должны поднять. Вот я привел человек, который знает промышленность, человек, знает, который сегодняшнее предпринимательство. Нам сегодня, если кто... Агроном не нужен уже. Это было вчера. Он тоже нужен, но агроном нужен уже в другом месте. Сегодня спасибо. Хаким области должен быть современным, знающий языки, информационные технологии, промышленность, санаты шунген, тиллерды билген. Буны хаммасыны биледи мана Хидаятов, шунын үчүн эртеге ман сессия өткөзүп, Худо халаса. Ва бүгүн мана өзүм кеч болсо эм жүргөнүм. Ман айтыпам, өзүңдү кыйнамасаң, если сам себя не будешь мучить, никому ты не нужен. Ты и передо мной себя потеряешь, и свое, ты еще перспективный. Слава Богу!